Друзья, приветствую вас, это утренний обзор. Давайте посмотрим, какие есть новости, как это повлияет на движение котировок, на рост, снижение фондового рынка. Так, но нефть у нас с утра немножко снижается. Это связано с опасениями относительно того, что будут переполнены хранилища, где нефть хранится избыточная. Саудовские танкеры плывут, еще не все приплыли. Суммарно эти танкеры везут 43 миллиона баррелей нефти. То есть вот это вот фактор, который дополнительное давление оказывает на цены на нефть. Кушинг, Оклахома, самое главное хранилище нефти в Соединенных Штатах. Крупнейший нефтяной хаб. Максимальная емкость хранения 90 миллионов баррелей нефти. Что такое 90 миллионов баррелей? Но это сейчас при текущем потреблении где-то 6 дней потребления нефти Америкой, или это на 10 миллионов, даже больше, на 15 миллионов баррелей больше, чем потребляет сейчас весь мир по факту апрельской просадки. Но и по сути цены на нефть в мае, они будут зависимы всецело от того, насколько мировая экономика будет просыпаться после карантина, раз, и насколько растущая потребность в нефти будет соответствовать, не соответствовать добыче нефти, которая должна быть порезана изрядно. Вот. Ну и между этими двумя переменными есть, что называется, сдерживающий буфер. Это вот емкости хранения мировые. И, соответственно, весь избыток складируется в емкости. Как только емкости переполняются, наблюдаем эффект, когда нефть будет стоить либо очень мало, либо отрицательные значения. Потому что ее просто будет некуда девать. Так, ну вот Трамп наставляет о том, что пора бы выходить с карантина, но делать нужно это очень осторожно, потому как если что-то будет сделано не так, возникнет новая волна пандемии, и, соответственно, эта новая волна, она уже точно уложит на лопатки всю экономику США и мировую экономику. Ну и дополнительную турбулентность на нефтяном рынке создают, конечно же, фонды, которые инвестируют в различные деривативы, во фьючерсы, ETF-фонды, в частности, УСО, который вот недавно был активным участником операции, которые привели к отрицательным ценам на WTI. Но по сути, это аналоги ПИФ, то есть частные инвесторы, которые не хотят заморачиваться с тем, что каждый день покупать, продавать нефтяные фьючерсы, они просто покупают паи, пифа, ну или ETF, как это по-американски звучит. И, соответственно, таким образом пытаются принять свое участие в движении цен на нефть. Но мы с вами видели, что бывает, когда такой фонд начинает перекладываться, сразу скакать цены очень сильно начинают. И особенно в текущей ситуации, когда высокая волатильность, действия подобных игроков, они могут существенно влиять на цены на нефть. На текущий момент времени заявляется, что порядка 400 миллионов баррелей, ну 375, находится в танкерах. 375 миллионов баррелей – это где-то около 4 дней общемирового потребления нефти. И если это количество в ближайшее время не будет адсорбировано и израсходовано, то оно будет висеть в воздухе и давить на цены на нефть. Так, ну вот по мнению экономистов, Морган Стэнли, продолжится увеличение баланса ФРС вплоть до 38% от ВВП. И при этом уже сейчас диагностируется рецессия, экономика фактически по дну движется. Главное, чтобы не постучалось вниз и не открыло второе дно. Ну и планируется, что спад все-таки будет резче, чем изначально это предполагалось. То есть вполне вероятно, что в ближайшее время, ну или в обозримом будущем, мы увидим второе дно. Ну или первое дно. То есть кто-то считает, что это будет второе дно, но с моей точки зрения еще не было первого дна. Поэтому о втором дне говорить рано. Касательно Баффета и того, что он распродал большую часть акций авиакомпаний. В общем-то, акции авиаперевозчиков он распродал, но акции производителя запчастей Precision
CastPath Corporation у него остались. И в ближайшее время предполагается, что эти акции просядут и очень существенно, потому что они производят запчасти, которые используются Боингом, Airbus и авиаперевозчиками для того, чтобы обслуживать самолеты. Поскольку сейчас авиаперевозки упали в ноль, производство новых самолетов также сокращается, как Боингом, так и Airbus. И поэтому как бы вот эта компания, она будет давить на баланс фонда Баффета, и поэтому, скорее всего, он еще будет проседать из-за того, что они вот эту компанию купили и не продали. Ну и вот, в общем-то, интересная статья о том, что Федеральная резервная система США, Фед, обломали Уоррена Баффета, потому что когда у ряда компаний начали возникать проблемы, и они начали обращаться в фонд Баффета, чтобы им закрыли финансовые дыры, ну, на условиях там вхождения в капитал и так далее, были компании, которые представляли интерес для Уоррена Баффета, однако прошло совсем немножко времени, и тут же была получена информация, что ФРС будет финансировать, субсидировать эти компании. Таким образом, не удалось Уоррену Баффету прибрать активы, которые он давно планировал подешевле закупить. Ну вот, сравнение Трампа и Линкольна в последнее время вопрос поднимается в связи с тем, что Трамп всеми возможными способами пытается себя соотнести и сравнить с Линкольном, ну, величайшим политическим деятелем новейшего времени Америки и вообще мира, я считаю. Ну, конечно, не совсем удачный у него подход, потому что Линкольн был идейный товарищ, то есть у него были идеи, которые он отстаивал, ради которых он шел на все, в то время как Дональд Федорович Трамп все-таки по большей части ловкий делец. И поэтому, конечно, с Линкольном его сравнивать не то, что нельзя, это просто неуместно. Потому что это абсолютно разные личности, абсолютно разные подходы к решению вопросов. Так, ну и должен заметить, что у нас в последнее время, помимо того, насколько быстро мир будет восстанавливаться от пандемии по факту выхода с карантина, насколько быстро вслед за этим будут расти нефтяные цены и спрос на нефть, появилась новая проблема. Эта новая проблема, она заключается в том, что Соединенные Штаты планируют Китаю предъявить требование, что он эту пандемию, ну, либо искусственно, либо, скажем так, участвовал в том, чтобы она возникла, преднамеренно или непреднамеренно, но технологически. Вот, соответственно, то есть муссирование этого вопроса, оно может привести к новому витку либо торговой войны, либо даже если о торговой войне говорить сейчас неуместно, то это будут какие-то санкции, либо требования к Китаю, чтобы в счет возникших проблем и ущерба, чтобы он списывал долг. Разумеется, такое Китаю не понравится, и это может привести к ответным не менее суровым действиям. Вот. И сейчас вот эту тему надо отслеживать очень внимательно, потому что она может привести к потрясениям и инициировать ряд негативных процессов, вплоть до обвалов фондовых рынков, ну и какого-то полного трешака, типа там закрытия границ во всем мире, или там каких-то введения супер жестких санкций. Потому что здесь, с одной стороны, позиция американцев, она вполне ясна и понятна. Главное, чтобы палку не перегнули, потому что Китай, он до какого-то момента, в соответствии с, ну как, с их психологией, многовековой истории, то есть они в какой-то момент могут достаточно жестко отреагировать, и тогда начнется уже как бы реальный трэш во всем мире. Ну и вот новая тема образовалась, так называемый критический металл, цезий. Цезий — это щелочной металл, он очень активный, на воздухе он сразу загорается, воспламеняется. Он играет очень существенную роль, ну, во-первых, фотоэлектрические элементы, потом в медицине изотопы цезия, они используются для лечения рака и ряда других заболеваний. Вот. И сейчас вроде как цезий планируется активно использовать в устройствах, которые участвуют в 5G. Не совсем я понимаю, зачем там нужен цезий. Вот. Но тем не менее, на фоне этого сейчас вот разгораются страсти о том, что надо создавать стратегические
запасы цезия и инвестировать в те компании, которые добывают цезий. Но здесь какой момент есть? Дело в том, что Китай, отличительная особенность Китая, что там находится большая часть запасов всевозможных редких металлов. И цезия, по-моему, тоже. То есть у них достаточно существенная доля и запасов, и мировой добычи. Вот. И поэтому как бы все напряглись, что же мы будем делать без цезия, цезию Китая. Поэтому надо инвестировать в шахты, где добывается, в предприятия, которые этот металл добывают. Ну и вот приводится список компаний, которые добывают редкие металлы. Цезий, по-моему, тоже. Вот, то есть они котируются на американских площадках. Но вот единственное, мое мнение, что все-таки с цезием, это они, конечно, переборщили. Мне кажется, все-таки нет такой острой проблемы с цезием, и навряд ли она будет. Потому что, как бы, даже если там и есть такая проблема, ну, как минимум, цезий можно заменить рубидием. Или какие-то иные варианты решения данного вопроса рассмотреть. Так, давайте еще рассмотрим, какие сегодня события предполагаются. Ну вот индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Кайксин вышел хуже, чем предполагалось. Предполагалось 50,3%, вышел 49,4%. Это как бы говорит о том, что мотор китайской промышленности не так работает, как надо. Но тем не менее китайский индекс сегодня растет 1,2%. Так, ну и далее в 10.55 индекс деловой активности в промсекторе Германии, PMI, достаточно существенное значение. Если будет плохое, ниже ожиданий, то будет, скорее всего, ну, по евро точно будет корректирующее движение, по евро-доллару. Может быть, и вообще на все фондовые рынки это окажет влияние. Ну и далее индекс деловой активности в промсекторе еврозоны, это не столь важный, потому что Германия это двигатель еврозоны. И в 6 часов российский ВВП. Посмотрим, что там пока. Но из корпоративных событий российских, это закрытие реестра акционеров Россети Урал для участия в ГОСА. Вот, в общем-то, все. Спасибо за внимание.